Временем я как-то стал осознавать и даже логически понял, вот все, что мы ищем, все психологические причины, проблемы, это из-за того, что у нас нет любви. Все хотят любви. Если посмотреть, зачем даже мужчина богатый, он хочет больше денег, уважения, это как бы скрытый посыл, он хочет любви на самом деле, не только там грубого секса. Ну, обычно такой мужчина, который там, ну, у него нет каких-то идеалов. Так или иначе, скрытый смысл за всем это любовь. Я помню, как я прочитал, ну, писал книгу, я как раз одного известного психотерапевта. И он говорит, я 40 лет проводил консультации, тренинги, занятия. Все, что я понял, единственная потребность людей – это любовь. Но именно безусловная любовь. Потому что в этом мире, мы когда говорим «любовь», мы подразумеваем привязанность. Потому что любовь – я люблю яблоко, я люблю Дусю, я люблю там, Россию. Ой, сейчас это нельзя говорить. Да, курочку, там еще что-то. То есть это то, что нравится моим чувствам. Но божественная любовь, она трансцендентна. Сам Бог – это и есть любовь. И это наша природа любви. Мы не можем на самом деле жить без любви.